Привет, ребят. Привет, Марлен. Привет, Филлер. Не Тони Хоук однозначно. Последняя миссия в Call of Duty. Finest Hour. Очень сложная. Вчера было бесконечное количество попыток и мата. Take your men across and capture this bridge before the Germans blow it up. Are you crazy? We'll get slaughtered. That's not a suggestion. That is a direct order. Move out, or I'll execute you for treason myself. Moving out. Oh, thank heavens. See that? The bridge is still standing. Now get out there before they try it again. Move, move, move! Да они вообще тут глупые, а твои соратники еще глупее. На войне вообще не получается. Если учесть, что прицеливание достаточно криво реализовано. Вообще непонятно, как я до сюда дошел. Есть где-то... Ай, черт! Вот, офигенное оружие. Никак не пройти. Блин, тут, короче, вообще полное отсутствие аптечек. Точнее, они тут есть, но, по-моему, очень-очень мало. Штуки две. Thank you.
Вот непонятно, куда граната кидается. Абсолютно. Где он в этот момент? Это серьезно. Да вы заколебали уже кидать гранаты. Что же за фигня? У них их, походу, очень много. Наступать.
оружие кончается. Я разучился целиться. То оружие кончилось, очень прикольное. Так, ну вроде всех отстреляли, да? Пойдемте теперь. Посмотрим. Подозреваю то, что сейчас в башнях будет замес еще нехилый. Кто-то даже две аптечки. Отлично, не ошибался. Это свой. Нейтрализованы. Наверху, да, надо теперь это сделать. Все, понял. Ай-яй-яй-яй. Кто, где? Ничего не видно вообще.
Но наверх в любом случае. Ух ты. Радость какая. Так, нам сказали, наверх нужно. То есть, как бы лифтом нужно воспользоваться, наверное. Или что? Уже некуда брать. Так, чего они хотят? Я не понимаю. Чтобы я зачистил башню, но как туда добраться? Наверх этой башни. Я, по-моему, в самом низу надо. Ай, блин. Это что за дерьмо? Я хотел перепрыгнуть. И чекпоинта не было, кстати, ребят, по-моему. Дичь. Гринни, привет. А я не специально, блин, я же не знал, куда идти. Я хотел перепрыгнуть просто вниз туда. Секунду, окно закрылось.
Блин, ребят, сори. А как давно я выключил микрофон, скажите, пожалуйста. Я его забыл включить. А почему никто не сказал? Я за что люблю классические шутеры? За то, что там нет перезарядки. Ну, блин. Я не думаю, что... Минут 10? А, ну то есть все-таки он был включен. Окей. Я не специально, серьезно. Вот последняя выходка была просто глупейшая, я согласен. Залезть. Сначала кинуть гранату, потом туда залезть, это, конечно, супер решение, блин. Но я не знаю, я что-то так. Не попадание гранаты. Да вообще капец. Но тут опять же зависит от несовершенства, короче. Игры.
принципе, тактика неплохая. Можно было туда закинуть гранаты. Но то прикол, что не попал бы нифига. А, черт. В этой игре бы точно не попал. Решил, надо было еще чуть-чуть потянуть, подстреливать по одному. Тут, в общем-то, в этом весь секрет. Но то, что отсутствует чекпоинт, это вообще дикая несправедливость. Я, конечно, понимаю, последняя миссия, все дела, но отсутствием аптечек и чекпоинтов, как бы, сложности особо, ну, такой адекватной сложности не добавишь. Ну да, да просто мало на самом деле. Эту пушку надо беречь, а я расстреливаю ее налево-направо. Она очень хорошая, она прям может ваншотить при грамотном использовании. Я просто приноровился на самом деле, не прицеливаясь. В смысле, не нажимая L1, не входя в режим, так сказать, прицеливания. Стрелять. Вроде как бы и получается, но патронов однозначно больше расходуется. Ау, кто это? Кто это? Кто это? Как ты здесь оказался, чувак? Ну да-да-да. Просто разматывать. Или какой-нибудь там девятиствольник какой-нибудь такой серьезный. Вперед.
Да-да-да, красиво сделано, согласен. Да тут на самом деле много левелов прикольных. По графике не придерешься. Графон, конечно, смачный. Это вот та компания, которая Need for Speed Hot Pursuit делала. У них очень тоже крутой. Да, по-моему, если я не ошибаюсь. Или я с чем-то путаю. А, это я был с Блэком путаю, это не то. Что за дерьмище? Ладно, пока не буду юзать. Оставим. Да. Да ты достал. Это озверевшие птицы. Ой-ой-ой-ой. Волна озверевания. Офигеть. Очуметь. Вы видели это? Это просто жесть какая-то. Здесь надо налево, походу. Томпсон тоже неплохой, кстати. Да уж, не говори, отделали. Да я что-то подрасслабился немного. Сам виноват. Томпсон тоже хорош, сейчас мы с ним. Мы делаем дело.
Ах ты хрен! Ты откуда здесь взялся? Офигеть. Если бы сейчас игру делали, то в игре было бы больше взрывов, куча народа, везде баррикады, взрывная техника. Еще одно нововведение для консолей. Сейчас это типа модно, да? Нововведение. Не, ну на самом деле это, так скажем, такая опция, щадящая игрока, потому что, ну, как бы целиться на геймпаде это... Да, музыка прикольная, согласен, Филя. Да вообще классная миссия последняя. Молодцы. Игра местами отстой, конечно. Ну сложно, но к этому можно привыкнуть. Блин, я же вот говорю, Quake 2 прошел нормально. Были моменты, конечно, когда реально сложно, но, блин, в целом к этому можно приноровиться. Вообще непонятно, куда он приземляется, короче. Ну где-то с середины здесь начинается замес, так по-серьезно, нужно поосторожнее. Да-да-да. Не знаю, что такое стрейфиться. Ну не, на самом деле стою за укрытиями просто. Это уже, по-моему, третья или четвертая попытка. Спустя полтора часа стрима я уже немножко подразмагнитился, малость. Блэк? Слушай, ну если останется время, то условно. Записаны на диске. Так, ну вроде всех перестреляли. Здесь начнется вторая волна, да? Или это она и была, типа?
Идем дальше. Стреляют. А, вот вижу. Вот кто это сделал, блин, ну кто? На SNES, кстати, тоже есть Wolfenstein. Но только он там зацензуренный. Чувак, свали отсюда. Ну иди, блин. Так, переступаем, короче. А, еще здесь один. Застрял в текстурах. Не получается его пока убить, наверное. Ну ему хоть бы хрен. Можно было бы туда, в принципе, гранату забросить. Можно отстреливать.
Ой. Так, короче, это гнездо нейтрализовано, да, получается? Сейчас я чайку налью что-то, блин. Четырех аптечек нельзя с собой нести. Это плохо. Так, теперь осталось вспомнить, где же этот вход. Ты чё здесь дел... Ты чё... Захилил. А, нет. Ну, это ему не поможет, он все равно там спрятался. Так, гранатки, все отлично, короче. Как сюда. Да-да-да-да-да. У него паника. Сейчас, секунду. Они все равно useless.
особо ничего не помогает. Поэтому лечить их. Тут очень много. Да, сейчас главное не оплошать. Почти конец уже.
Ебучий какой, сколько можно? Повторную эпичную гранату. Я надеюсь, этого не состоится. Действо. И это тоже. Ну да. Я просто не понимаю, как. Да. Знаешь, как получается. Это нереально. Все, да? Хурей. Ну что, ребят, короче. А, что это? Да блин! Что за дерьмо? Ой, чекпоинта не было ведь. Что за... Ой, ну все сначала. Ну почему чекпоинта нет? Ну что за дерьмище? Ой, блин, ну это нечестно. Это просто нечестно. Это просто нечестно и ужасно. Да как? Я не понял, как я туда упал вообще. Он вроде зацепился за лестницу, я думал слезть уже, и тут он бац и падает. Ну что за бред? Где же грабли? Да, Филлер, ну там невозможно вообще было сориентироваться в этот момент. Ну что за бред? Ну, главное, уже можно было туда не подниматься ведь, да? Нам уже засчитали. На самом деле, вот в чем секрет. Можно туда и наверх не подниматься. Да. Тройной эпик фейл. Ну,
я не понял, в общем-то, там написали то, что, типа, все, можем продвигаться дальше. Миссия даже сменилась там. Замигала. Тут теперь работа для бар. Сейчас будет вторая граната. Как можно было не сделать чекпоинт? Я вот этого не понимаю, это же глупость. До этого они везде были. Ну то есть как везде? В половине игры, кстати, тоже не было в некоторых миссиях чекпоинт. Я все удивлялся, думаю, почему этот момент упустили. Потому что бывали миссии такие достаточно длинные и сложные. И без чекпоинтов. И они появились только уже... Ближе к середине, наверное, чуть дальше.
А, вот он где был, Скотт. Свали, чувак. Однако длинный мост, да? Такой. Кажется, издалека вроде не особо. Но по факту достаточно длинный уровень. Отойди. Ну как это сделать? Ну отойди же ты. Да ядрить. О, отойди. Вот попал. Так, еще вот здесь. А, это свой, что ли? Не, не похож на самом деле. Take up those towers on the wall,
Ну, это свои? Нет, непонятно. По-моему, нет. Чего ты ползёшь-то? Жестковато, конечно. Да вот непонятно. Решили реально сэкономить на сейвах. Ну, глупости какие-то. Может, специально для усложнения, типа, а может, связано, не знаю, с чем. Типа, посчитали, что и так просто слишком. Я бы не сказал, что игра простая. Ой, что это? Привет, апдейт.
Еще один. Я упустил-то, блин. Да ты скотина! Ну как же так-то, а? Привет, горы. Это уже реально опасно. Пусто. Взялся. Я знаете, что боюсь, что мне сейчас тупо не хватит, короче, жизни для того, чтобы сразиться с этим чуваком, который упадет сверху. Да ну вниз спускаться, это пипец. Да, сработало. Ну туда идти, блин, далеко очень. Так, хоть один должен упасть сейчас. Пойдет.
удар. Ты, блин, этот... Да это уже просто невыносимо. В другой раз это просто жесть. Слов нет. Так. Что там говорили, Блэк? Сейчас я пойду поищу его. Да, и можно падать, а тебе нельзя. Ты падаешь с этого самого. С небольшого расстояния, и уже все, ты труп. Ну, блин, ну это пипец какой-то. Я думаю, что завтра, или когда, послезавтра, я пройду, но не сегодня. Сейчас я хотел кое-что проверить, будет ли Сонька читать DVD минус R. И вообще, ребят, кто знает, в чем отличие принципиальное вот DVD минус R от DVD плюс R? Вот почему-то Xbox первый меня не читает минус. Мы уже были близки к завершению игры. Вот, я хочу сейчас проверить. Будет ли читать минус Сонька. Вот читает. Отлично. Не, ну на РВ можно перезаписывать. А, тут вообще что-то музяка слишком тихо. Хотя ее тут, походу, нет вообще. Да. Странно, а вот Xbox, короче, не хочет читать. И вообще везде на форумах рекомендуют записывать именно на плюс R на Xbox. А, плюс это типа возможно не дописывать. Ну не знаю, какая-то опция такая для Xbox сомнительная. Тиховато. На плюс и минус, сэр, нельзя допереписывать, но можно дописывать. Дописывать можно. Понятно. Да, можно создать. Пока на работу не вызвали, можно хоть отсидеться. Ну да, потому что это, по сути, бесполезная штука. На РВ и так можно дописывать. Мало того, можно еще и переписывать. Может, это с сессиями связано как-то? Типа, может, там можно дописывать сессию именно.
Что такое, Марлен? На минус R, походу. Но я не знаю, я никогда этой опцией не пользовался, дописыванием. Потому что это бесполезно, по сути, для меня. Проще новую болванку записать. У него какая штукенция есть для того, чтобы дышать. Good evening, Mr. Hunt. I'm sure you're familiar with the man you're about to see. His name is Simon Algo, an ex-intelligence agent who recently seized control of the Balkan nation of Ugaria. It's widely believed that Algo's coup was the result of a brilliant disinformation campaign. A campaign that saw government officials jailed by the dozen for alleged ties to organized crime. Algo's network of spies is far-reaching and includes this man, Mikhail Marku. Мне кажется, это смесь какого-то непонятного языка, типа казахстанского и русского. We learned of Marku's desire to defect. In exchange for safe passage, да, РВ часто перестает читаться просто. Да и вообще, блин, диски — это такое, проще купить флешку, мне кажется. Сто лет назад они отмерли. Просто можно с целью использовать их, допустим, на консолях. Да-да-да. Ладно, здесь все понятно, я первую миссию знаю, не будем, короче. Эта трубка самоуничтожится через 5 секунд. Вам нужно срочно всплыть. Первая часть мне очень нравилась. Я вообще прям угорал по ней. Несколько раз прошел. Вот недавно прошел на Nintendo 64. Right, но она, конечно... Where's the telecom box? There's a courtyard up ahead. You'll see it as you walk in. Hack it, and I'll have a peek around their system. That should get us inside. Слишком она какая-то пустая, что ли. На Соньке круче. Кинг Климп. Угу. Не продолжение, но вот это хреново. Я не знаю. Продолжение, не продолжение. Особо в сюжет не всматривался, не вчитывался. Но первая была просто эпик. Да-да-да-да, где там Круз? А здесь, походу... Ну, кстати... Может, малость похож... Thank you.
Stealth Mod L1. Что-то тиховато, да, по-моему, малость? Надо прибавить. Hide from guards by standing in shadowy areas, like the alcoves in front of Eden. Ну, короче, понятно все. А, самостоятельная игра. Блин, камера тут вообще. Alright, all is well. What was that? Офигеть. What is going on over there? Меня спалили. Да камера какая-то упоротая вот на правом стике. Интересно, увидит он меня, нет? Элайс, не-а, не играл. Заметил, что N64 более пустые, чем такие же на PS1. Ну да, да, да. Но они там по-своему сделаны. Конечно же, с добавлением своих артов там, типа, и так далее. Ну, в целом, конечно, пустые. Чекпоинт. Ну, какой-то стелс такой упоротый. Мне понравился на Nintendo 64 Rayman 2. Это действительно крутая игра. Ладно, короче, с этим все понятно сейчас. Мне кажется, Perfect Dark тоже прикольный. Самодостаточный такой. На ПК? На ПК не играл. Ну, ты имеешь в виду, какие? Origin и вот эти самые... какой-то там еще... Origins и еще какой-то, я точно не помню, какой. Ну, смотрится прикольно. Ну, просто второй Rayman надо поиграть, чтобы понять, о чем я говорю. Он очень крутой. Не, ну, филлер. Просто, может быть, там свои методы сжатия, как бы, кто его знает. Размер мало о чем говорит. В принципе, на Соньке образ тоже редко когда весил 700 метров. 300-400. Ну и остальное видосы, которых нет тупо на Nintendo 64. Там все видосы заменены практически всегда либо молчаливыми сценами такими, вот, либо вставочками, артами такими перерисованными. Вот, по-моему, вот это... Игра от создателей, типа, Need for Speed. Вообще крутой шутер. Очень четкий. Да-да-да, и Legends. Но у меня друг очень по ним угорал, с женой постоянно играли они. И он мне все говорил, типа, поиграй, поиграй, это очень круто. Вот, но мне понравился второй Rayman.
Да-да-да, размер не имеет значения, главное умение пользоваться. Да, картридж, как много в этом слове. Особенно вот картриджи для Neo Geo. Я на выставке был, короче, консолей. И там как раз была консоль Neo Geo с этим... с кариками. Ну, такая домашняя ревизия, типа. Вот, кстати, композитор тот же самый был, что и в Call of Duty. Майкл Гиачино. Гиакино, наверное, правильно. Или Жакино. Как там правильно? Вот. И видел на этой выставке эту консоль и картриджи к ней. Там, короче, достаточно большой такой, с маленькую, ну, с небольшую книгу размером картридж. И там несколько слотов. По-моему, три. На новой консоли от Nintendo, походу, будут карики. Прикольно. Это весело. Да, на кухне. Я хотел одно время на балконе организовать. Вот, но... зимой там прохладно, и я думаю, что не очень круто было бы. А летом самое оно, там как раз солнце с утра не бывает. Ну да. Keller J, Sergeant First Class, Serial Number 717-8412. Iran, Guatemala, Colombia, Croatia. Very impressive. I know what you're trying to do, sir. It ain't gonna work. No, Sergeant Keller. You don't know what I'm trying to do. I'm так, here секунду. To clean up this mess. If you cooperate. If I walk out that door, everything you did will be declassified. You will be convicted, you will be discharged, you will spend the rest of your life in prison. Very well, Sergeant. Have it your way. Wait. What do you want me to do? Tell me everything you know about Seventh Wave. Weapons dealers. Heavy hitters dealing mostly in high-spec, former Eastern Bloc hardware. Clients began to include terror cells. Seventh Wave was escalated to priority status after they took out 9 agency spooks. Coordinated executions. Division wanted Seventh Wave to... чересчур долгий ролик. Улицу стримить. Да зачем это нужно? Так-то можно стримить что угодно, на самом деле. При наличии хорошей вебки. Ладно, мы будем ценить геймплей, а не ролики.
А, хрен, кстати, не получится. И не пропустить никак. Gunfire. Didn't think much of him at the time. What went wrong? We got made. Веблинск, Сити Стрит. Что-то мне подсказывает, что это пародия на типичный город из глубинки. Российской. С учетом этих шрифтов русских. Ну вот такой шатырок. Тоже на шифты, кстати. Разрушение практически от всего просто. Юз. Аптечки юзать на вниз. Ну, похоже на второй Half-Life. Смесь. О, это все-таки через. Я думал свой, блин. Да не, игрушка очень классная вообще прям. Для PlayStation 2 это просто. Я не знаю, может, он гитару имеет в виду. Будет сделано! Так, а как перезарядиться-то? Оу, ч-ч-ч-ч-ч. Кружок. Погнали! Погнали, они говорят. Сити. Что это за звук? О, ч-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 
Не, ну понятно, понятно, что русский, я как бы чё. Я понимаю. Я же говорил еще в начале, что, походу, это типичный русский город из глубинки. Да, игра вообще очень круто сделана, я чё и говорю. Фото оф что? Денеска?
Какие-то они живучие пацаны. Так, это все свои. Что это? А! Блин, я сгорел в огне. Секунду. Надо 15 минут засечь, короче, получается. В 12.15. В 12.10 даже. Интересно, есть какие-нибудь главари, боссы там, не знаю. Ага, позицию менять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут четко показано, откуда выстрел. Это очень прикольно. Потому что в гребаном Call of Duty этого не хватало. Да, тут весело. Привет, док. А чё, оповещалка не работает, типа? Раньше, помню, приходили оповещения на то, что когда стрим начинался, когда на кого-то подписан. 100 раз проходил. Прикольно. Не, она очень классная.
бьют, конечно. Но... Золотой калаш. Контузия. Короче, миссия провалена. Ну, очень крутая игрушка. Я уже наигрался в шутеры, к сожалению. О, что нашел? Сейчас. Не знаю, правда, судя по состоянию, он очень царапанный, но по идее должен запуститься. Давай пока апдейт. Блин, у меня куча дисков всяких. Просто. Не знаю, будет читаться, не? Народу. Всем привет, ребят. Откуда? Какие-то вообще ники непонятные. Вот прям чуть-чуть, и, короче, все. В этом недостаток, конечно. Держать записанные диски все в коробке в одной. Все зависло. Ну да, я их просто записал самыми первыми, короче, положил в коробку, и они там так и лежали. Видимо, от периодического перетряхания.
Метрополисе. Shadow. Locked. Куча закрытых тачек. Так, ну я уже, в принципе, выбрал для себя чувака. Я думаю, что это будет вот этот. The doctors said it was some kind of amnesia. No one could figure out who I was or where I came from. Горехвостки орут. Что это? There were some days I wondered if I actually existed at all. All we had to go on were the tattoos. Somehow, they were the key to the person I was. And from the looks of them, you'd think I was a nasty piece of work. I was beginning to think I'd never discover the truth. Then, the truth just kind of waltzes in through my door. Guy's name was Calypso. Прикольно. He ran this contest. He tells me he can clear everything up. I tell him to get lost before I break his freaking neck. But then he shows me this picture. Me, in a suit, all nice and neat, like I was actually someone important. Вообще говорят то, что вот эта часть, кстати, одна из самых выдающихся из серии. All I had to do was win his contest. Ладно, попробуем поиграть. Зорко Брас, Scrap and Salvage. Лихое зависание. Да, ну короче, надо его выкинуть и записать новый будет потом. Я сейчас попробую что-нибудь еще писануть. Скачанные образы у меня там имеются. Раз уж читается. А в этот момент попробую что-нибудь еще сейчас заценить. Говоря. Про которую я никогда не включал, по-моему. Как записал. А, ясно. Ну там на самом деле много серий, много поклонников.
Так. Ребят, давайте я озвучу, что у меня имеется. У меня имеется Blade 2 на PlayStation 2. Рататуй. Агент Кузя. Астерикс и Обеликс XXL. Какая-то игра про охоту, типа симулятор охоты. Так, потом Call of Duty 2, но это отпадает как бы сразу. Donald Duck Going Quackers. Это, короче, next-геновая версия относительно PlayStation 1. Echo the Dolphin есть, Defender of the Future. Так, миссия невыполнима, играли. Rayman 3, Hoodlum Havoc. Sled Storm, да, топ игры вообще. Test Drive Eve of Destruction. И Test Drive Off-Road Wide Open. То есть, как бы, можно записать любой из этих образов и попробовать их посмотреть. The great merchant ships with their cargoes of Arcturian solar crystals felt safe and secure. Рататуй, кстати, очень красочная игрушка. И прикольная, по мотивам мультфильма. Pirates. Ну как гороховые, это вообще смесь всяких овощей, насколько я помню. Вот, а вот это игруха по мотивам мультфильма, который называется «Планета сокровищ». Treasure Planet. На PlayStation 1 есть агента Кузю, но там он отличается относительно других агентов. Вот, то есть относительно других Кузь. Это просто 3D-шный платформер такой, короче. Ну, хотя, если хотите, можем записать. В общем, голосуйте. Ребята. Я пока в эту игрушку побегаю малость. Вот. Первая часть была, короче, на первой плойке. Она достаточно прикольная была. Там можно создать. Вообще мне нравятся, кстати, игрухи вот по мультфильмам. Начало 2000-х. Они очень добротно сделаны. Вот, а Рататуй на PS2 достаточно красочный. Тоже у него там графоний такой прям серьезный. Для второй плойки. Well, Even with my vast experience and superior intellect, it would take me years to unlock its... Hey! What? It's a map! Wait! This is us, the planet Montressor. That's the Magellanic Cloud. Woo! The Coral Galaxy! Так, ну что, наверное, Кузю записываем, да? Или Рататуй таки? Ну, это типа заимствованная идея из Острова Сокровищ. Так, Марлен, значит, за Рататуй. Доктор за Кузю. За Кузю также Гринни. Филлер, ты за кого? Hey! I've been tinkering with this map device, and I've made some startling discoveries. What are we doing here? We need to get to the planet before anyone else gets there. Treasure Planet! Jim, it's that sort of attitude that will get you into serious trouble. You see, the map is somehow linked to these ancient navigational beacons. Kallian astronomic records show that there are hundreds of these beacons scattered all over the galaxy. I've located a pocket of them right here on Montressor. Jim, it is up to you to go find these beacons and see if you can activate them. I don't think you'll need any special equipment to open the beacons. Keep your wits about you.
You may have to perform a task to get the job done. Don't worry, Doc. We'll be back as quick as an Alponian solar cruiser. Right, Morph? Alponian solar cruiser. Ну, честно сказать, вот эта вариация мне меньше понравилась, чем первая. Здесь надо какие-то непонятные штукенции искать. Ну, в принципе, там тоже нужно было что-то искать. Ну, здесь просто вообще, по-моему, на протяжении всей игры такая фигня. Эй! Даблджамп не сработал. Лол. The acquaintance of your old pal Morphy here. Morphy! 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 Oh, heavens! I wondered where you'd got to. I haven't seen you for ages. Ну да, 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 есть такое немного. Ну, диснеевское. Так, ну короче, что записываем-то, ребят? Давайте настаиваем. Либо Рататуй, либо Хуга. За Хуга. Ну ладно, тогда Рататуй в другой раз запишем. Глянем агента Кузю. Gold doubloons, lad. A spacefarer's most treasured possession. Collect around 100 of them in each area that you reach, and you'll activate another beacon. Kingdom Hearts. Не, это нереально. Кстати, у него был меч какой-то, насколько я помню, в первой части. Сейчас что-то меча пока не видать. А, вот, собственно. I've been checking up. I figured that they might be just press the jump button. They're pretty useful for... Вот. И вот так постоянно. Наверное, именно это мне не понравилось. Но, в принципе, на первой плойке тоже что-то подобное. Так, тут вроде все. Не знаю, там как-то повеселее, короче. Так, 6 из 7.
А, еще одна там, наверное. Ладно, короче, с ней все понятно, давайте тогда глянем. Сори. Давай глянем. Прям с пылу, с жару, можно Agent Hugo, sorry I have to disturb you on your first workday, but our radar has detected something mysterious. It is the green M on your GPS, bottom right on the screen. Sail there immediately and investigate. You can press the cross button to accelerate and the square button to stop. You can also steer the boat with the left analog stick. I'm already on my way, Miss Artubright. It's W. The green M on the GPS is the place you need to reach in order to fulfill your mission. Excuse me, but we happen to be in the middle of an important mission. Мистер Мьюто? Не слышал такого. Сейчас посмотрю. Даже, кстати, не видел. Я сейчас играю в этот Prehistoric Punk, короче, Торг. Что это такое вообще?
Что за бред? Блин, походу Кузи реально популярный персонаж в Европе и в Америке, там я не знаю где. М какой-то. Торпедо. Останови это немедленно. Я не понимаю, что здесь надо делать, короче. Я видел какую-то игру на PS1 про Кузю, где тоже в таком духе нужно было что-то соревноваться с кем-то, бегать, прыгать, что-то там. То есть как бы ничего общего с тем самым Кузей там не было. Под давлением. Что это вообще? Совершенно другая история. Но это тролль. Ладно, все с вами понятно. Дискриминация. Что это за мир? Да я тоже думал, док. Все думали, походу. Рататуй надо было. Да-да-да. Но... Тут понимаешь, тут приписка агент как бы в корне меняет по ходу положения дел. Agent Hugo, stop by Felix later at once. You can see him on your GPS. And remember that you can change weapons by pushing the R2 button. O2 to Agent Hugo. I have made a race route to the town, and I have set the fastest time. If you dare challenge me, then sail to the white dot on the map and start a race. Ладно, короче, унылая какая-то игрушка. Буду я обедать. Всем спасибо. Пока-пока. Привет, полевая мышь. Ты уже, кстати, третья мышь у нас тут. Будешь. Заходи, располагайся. Ну, к сожалению, стрим уже окончен. Нападки? Да нет никаких нападок. Ну просто как бы люди просили. А, Ревенант, привет. Почему полевая мышь? Надо будет посмотреть, что сегодня со временем. А, Реверси. Блин, привет, Реверси. Просто Ревенант тоже Рев себя называет. Отпахал вахту. Привет, привет, Реверси. Ну, слушай, после обеда посмотрим, как там пойдет. Может быть, будет стримец какой-нибудь даже. Раз уж такие дела. Ладно, всем спасибо.
и до скорого. Listen, we have to catch some villains.